Сегодня, 23 июля 2020 года, на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Саляма Адиля знаменательный день. Принимается последний бетон на плиту покрытия шестого этажа на отметке 22 метра. Первый бетон на фундаментную плиту был принят 22 июля 2019 года. Всего за этот период было принято 10 460 метров кубических бетона класса B30 и B35. В качестве особенности данного объекта хотелось бы отметить оконные проемы, выполненные арочными сводами, которые придают зданию особый эстетический вид уже на этапе монолитного строительства. Хотелось бы поблагодарить бригаду Халбутаева Фазила во главе с Халбутаевым Муратом. Ребята очень добросовестно потрудились, выполнили огромный объем работы, тяжелой работы. Также хотелось поблагодарить управляющего первого СМТ Рыбака Дениса Ивановича, начальника УМР Луцука Дмитрия Викторовича, его заместителя Черепнина Евгения Николаевича. Данная работа является результатом кропотливого труда всех подразделений концерна, за что хочу поблагодарить всех принимавших в процессе участие.